Ну что ж, мы продолжаем пытаться убить лучников. Лучники. Лучники. Во всех стратегиях я люблю использовать лучники и лучники, лучников и дальний бой. Но в этой игре они меня уже просто доконали. Это просто ужас какой-то. Они здесь, по-моему, для меня пока что самый классный враг. Вот опять сейчас я финал. Да не может быть так все. Я ко второму даже не пойду. Я устал от них. Просто устал, серьезно. Я слишком много раз пытался их достать. Слишком много раз. Я устал от них. Я все равно сейчас фидану. Я тут столько душ потерял уже на этих попытках. Ну что ж, проходим через белый свет. Видим большую херню и фидим ее. Да? Нет? Что? Не разочаровывайте меня, я должен умереть. Я не могу пройти просто так это место. Двери. Двери страшно. Сейчас кто-нибудь выйдет сзади еще. Я мог открыть? Открыть. Оп. Есть тут кто-нибудь? О, костер! А-а-а-а-а-а! Да! Победа. Фу! Не, серьезно, ребят, это... А, вот ты где. Тебя в последнее время совсем не слышно. Как идут твои дела с умением? Видев мой сверкающий знак призыва, не стесняйся, смело зови меня. Я очень впечатлен твоим героизмом, я с радостью буду помогать тебе в дальнейшем. Спасибо, чувак, спасибо. Может быть, ты что-нибудь мне еще предложишь, можешь? Я смотрю, тебе нравится со мной болтать, верно? Не знаю, я тебя, я подумал бы, что у тебя ко мне нежные чувства. А, что я не свой сделан, видишь, что тебе это послышалось. Так, походу, он непростой чувак. Нужно друг. Думаете, нужно друг? Чё так у нас всё настолько плохо? Уязвимость переката? Так, чувствую, что не просто так здесь костер, и он мне... Так, я... Он для того, чтобы много-много раз строить босса-босса, 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 боссового босса. Что это? Какой-то черт. Опасный, походу. Оп. А-а-а. Серьезно? Хотя вот копье у него не такое сильное. Оп. Оп. Это не круто. Смотри, что у меня есть. Алебарда кристальная. Смотри, как она умеет. Оп. Оп. Кристальная алебарда. Целого мира мало. Че тут у нас? Я не верю к сундукам. Верить сундукам. Никто не верит сундукам. Медаль света. Так нахрена они? Может быть, за них что-нибудь потом дают? Я не знаю, просто, но... У меня уже три штуки. А толку от них ноль. Ноль. Ноль толка. Что это? Кровавое пятно. Здесь? Я смотрю, кто-то... Фу! Нашел, хотел сказать я. И нашел. Так, отлично. Мы друг друга ранили. Точнее, он меня ранил, а я его так поцарапал. Поцарапал. О! Оп. Серьезные противники, однако. Я пытался показаться крутым и парировать удар, но... Походу, я лох и не могу таких штук делать. Надо бежать первый этаж для начала тогда. Мало тут еще какой-нибудь чувак засел. Финануть мне уже не страшно, потому что рядом. Рядом то, где я могу восстановиться. Ну, это было очевидно, даже без подсказки. Камин. Слишком каминистый камин. Я слышу дыхание. Дыхание. Мне кажется, это что-то большое. Мне это ужасно не нравится. Это темно. Нет, это не нравится. Я почти уверен в том, что что-то выпрыгнет меня отсюда. Что тут написано? Мимикри? Не взять счета? Мне показалось? Окей. Большой щит Хавеллы. Хавелла. Зуб дракона. Ну ничего себе, я тут нашел.
Да, знаем вас, мимикрий. Да. Ой, промазал. Ой. Отстань, мне надо хилиться. Оп. Теперь иди сюда. Вот это как про. Просто прожил выпад такой. Опыт. Дубина тайны. Что? Дубина тайны такой ударит. Все явное станет скрытым, все скрыто явным. Бить ящики на всякий случай я им не доверяю. Никакому ящику не доверять. Ручи Хавела, поножи Хавела. Я нашел нычку Хавела, похоже. Это шлем Хавела. Это случайно не тот чувак, который был в башне? Слишком уж похожа броня. Ничего нет. Давайте посмотрим, может быть, я что-нибудь себе одену. Ну, шлем вряд ли я одену. Доспехи из черного железа. Намного тяжелее. А Хейл-то вообще тяжело-тяжело. Зато просто... Просто да, я думаю, я одевал. Ну-ка, попробуем, может быть, я. Я прыгать даже в этом не могу. Ну-ка. Да, у меня загруженность больше, чем может быть. Поэтому эту бронику я снимаю. Так, и загруженность нормально. Ну, в перчатках, больших этих сапогах. Это мой путь. Так. Там, по-моему, еще одна дверька была. Давайте проверим. С этой стороны не открывается. Значит, можно попасть с другой стороны. Оп, нет, не открывается. Ну ладно. Окей, идем на А нет, сначала мы сделаем другое. Сначала мы зайдем к костру, остановим фляги и получим уронь. Я думаю, у меня есть где-нибудь душа, которую я могу схавать. Да. Важного воина. Давайте. Хоп. Нам фига 5000. Кто ж знал? Кто ж знал? Ловкость поднимаем. Так, усилить оружие. У нас и нет-то ничего. Копье можем усилить. Алебарду можем усилить. А, кристалл. Нет, спасибо. Я не хочу тратить дорогие кристаллы пока что. Пока я не выберу. Ой-ой-ой, забыл. Там же вонь сейчас стоять будет. Чуть не забыл. Феданул бы. Стоило ли убивать его ценой фляги? Вот в чем вопрос. Ну ладно. Что тут пишет? Бей прыжки. Бей прыжки, это в смысле спрыгивай, прыгай. Бей, спрыгивая. Бей, спрыгивая. Так. Можно я закрою дверь? Так, ладно, там вроде никого нет. Ладно, окей. Копье. Копье это не страшно. Как его обойти? Ну, я же сзади был. Вау, как он умеет крутиться. О, отразил. Он меня зажал, я двигаться не могу. Слабак, давай. Что-то у меня выносливости мало. У! Надо было возжечь тут, наверное, костер. Для этого, правда, человеком надо быть. О, опять он. Блин. Ну ладно. Убью его. Все равно. Придется, наверное. Хотя неприятный дядька. Душа героя. Душу я насобирал. Хоть лапы себе на самом деле. Может быть и стоило.
Так, что тут у нас? Ой. Я уж испугался, морду дракона на стену. Да. Так. Что-то надписи какие-то. Почему бы это? Чего они тут? Нужна атака? Серьезно? Кто-то зашагал где-то. Окей. Че, опять мимикри? Пять? Ну, сколько их тут развелось? Развелось вас, блин. Чукчей. Хоть за таких врагов хоть плюшку какую-нибудь дают. Может быть и не нужную. Душ много. Серебряная монета. Кто бы знал, зачем она нужна. Так, открываем и видим. Что мы видим? Я тут поспал. Да. Не пугайся меня так. О, слишком запомнил удар до того, как я его нанес. Ну, в смысле. Да что ж такое-то? Да ладно. Да, у вас же, я чувствую, придется. Он рушит дом! Он рушит там. Че ты рушишь? Че ты бузишь? Не бузи. Бузюн. Придется алебарду брать, потому что иначе я урона просто не наношу. А так я успешен. Так, был бы, если бы не делал лишних движений. Так, в общем, знаю, как теперь с ними сражаться. Надо просто брать алебарду, не париться. Просто не париться, брать алебарду. Алебарда. Алебарда. Так, что тут у нас? Тут крыша. Что-то было снизу, я не хочу пока еще никуда идти. Далеко куда-то в один путь, поэтому я пойду проверю все остальное, чтобы было чем выбирать. Куда лучники? Мне не нравится, когда стреляют лучники, я их не вижу. Странно, не открывается. Ну ладно. Этот лучник, что ли? За всех лучников отомщу просто. Так к нему даже не подойти. Чё это? На. Да, против них копье, это, по-моему, самое лучшее оружие. Стрелы драконоборца. Чё это? Балкончик просто. Может быть, я должен стрельнуть в него? Я что-то сомневаюсь. Наверное, через верх попадать к нему. Так у нас еще лестница наверх. Что, у меня одна фляга осталась? Херово это. Стоп, а как это так? Две лестницы, что ли? Что-то я пропустил? Я что-то пропустил? Что? Это банка? Как это так? Да ладно. Кажись, нам только наверх. Что тут написано? Придись, рыцарь. Прям такие, да. Ну ладно, окей, давайте пойдемте наверх. Что поделать? Возможно, эта серия будет разбита на части. Я просто выкладываю части. И поэтому я заранее говорю. Зачем я это говорю? Это за тем, что если у вас идут несколько частей подряд, вы их смотрите, и я только в одной части поприветствовал вас и попрощался только после какой-то там десятой части, то это потому что вот. Ой. Я уж думал, дракон, это мне хпшки прилетели. Он пьет через стену. А-а-а! Еще фляга. Что, откуда фляги? Ты не силен на лестнице, товарищ. Ч-ч-ч.
Товарищ Чечни силен на лестнице. Окей, так. Скромнее него никто не ждет. Да это лучник. Да гребаные лучники. Ой. Так, мне показалось. Да на. Ну, урона не хватает. Урона. Одного. Так, лестница вниз. Да это ж лабиринт. Серьезно. Зачем? Я заплутился. Че тут? Не-не-не-не-не-не-не. Ты меня не выдал. Так, дракон впереди. Снизу, что ли? Хотя че я боюсь его? Я его не боюсь. Я с ним уже дрался. Да? Что он урона-то больше наносит, чем раньше. Или мне кажется? Да? Ну, думаю, слез остановить. Ой, да ладно. Ой, да ладно. Ой, да ладно. Ой, да ладно. У-у-у. Не, серьезно. Что-то мне кажется, он круче стал. В плане того, что он как-то больше сносит мне выносливости при защите. Когда я щит подставляю.
Что ж, продолжим странствовать по этому замку. Я хочу попробовать пойти в другую башенку. Очень много ходов, много входов, выходов. Так, ну, собственно, это относительно правда. О, старый друг. Что можно тут сделать? Да ничего, добей. А, это снова ты? И когда эти не приняли серебряные рыцари? Полно, не стыдись этого. Это наша судьба, судьба отважных воинов. Я что-нибудь придумаю. Вместе мы найдем решение. Тебе удобно вообще таком? Ну и не передряга. Нам понадобится еще три. Нет, может быть, пять тел. Действительно, неловко получилось. Пять тел? Оп. Как они все-таки круто снимают защиту щитом. Че, он не будет драться, он будет смотреть, как я умираю. Окей. Так. Один солдат, одна фляга, это, конечно, вообще не айс. Ой, ну да ладно, вас тут несколько. С двумя-то посложнее будет. Ребят. Может быть, можно их затроллить. Типа вот так. Оп. Работаю, смотрите-ка. Что, я думал, третий будет. Успею, успею, успею. Нет, щит. Выносливости не хватило. Зараза. После каждого рыцаря, блин, брать флягу, это как-то тупо. Чук, успел. Вроде как вот два удара мне надо успеть нанести, но не всегда это получается. Так, эта дверь понятно, куда она. Блин, это три рыцаря, чтобы до сюда идти. Очень приятно. О, демонический титанит. Успех. Не знаю, зачем я его тут нашел. Ну, в смысле, это рыцарь. 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 Ой. Эй, эй, рыцарь. Как полицай. Рыцарь. Рыцарь. Так. Ну, собственно, выбора у меня нет. Идти туда, где написано. Впереди дракон! Дракон впереди. А, что делать? Мы же драконоборцы, мы же Давакин, нет, мы не Давакин. Я что-то путаю. Я вот хочу сначала с вами сходить. Человечность. Что нужна человечность? Это на тему того, что нужен друг. Или же на тему того, что нужна человечность. Нужна человечность. Все говорят, нужна человечность. Что же там впереди? Что же там? Что же там впереди? Давайте сначала все-таки сходим тогда вот в эти комнаты боковые. Очень далеко, вот в одну сторону пошел, очень далеко уходишь. Вот как бы вот этого его еще убить. Может быть, забить, да. Сделать бяку. Типа вот так вот. Сколько я урон нанесу? 17. Нет, это не вариант. Надо как-то своими силами. О, больно. Классное себе место выбрал для того, чтобы сражаться. Очень узкое. Специально, что ему очень просто здесь делать удары. Оп. Блин, я вроде сношу, но... Блин, мне казалось, что он... Как-то я два удара, по-моему, выдерживал, а сейчас я один еле-еле удерживаю. Почему бы это? Блин, как он далеко бьет? Я дверь не могу назад найти. Ой-ой-ой. Сейчас мне как. Оп. Еще фляга. Ты же он все-таки суровый. Так как? Что?
Нахрен тебя, короче. Не знаю, как-то я его раньше убивал, не с такими проблемами. Так вот впереди. Да мне вот тот чувак убьет, это не дракон. Блин. Да я. А, он копьеносец. Копьеносец, конечно, не так суров. Вот сейчас, вот моя ошибка. Нет, не ошибка. Успех. Оп. Оп. Так. Главное, чтобы он щитом не ударил. Щит зло. Ну да. Я-то по щиту попал. Дракон впереди. У меня же вообще ничего нет. Нет, нет ничего. Как выживать? Никак, например, да. Оу, стоп. Ты откуда? Что я только что убил. Оп. Опасно. Что мы тут умеем? Шлем серебряного рыцаря. Наручись. Серебряный рыцарь, может быть. Может быть, это. То, что нужно. Так, немножко тяжелее. И магии меньше. Ладно, не буду делать. Так, что насчет остальной брони? 12 тяжести здесь, и там у меня 3. Меньше, конечно, чем там, но что-то лучше, что-то меньше. Давайте оденем хоть какую-то броню получше. Наручи. Хуже, зато легче. Баланс меньше. Намного. Ладно, только броню, наверное, одену. Я нормально бегать могу. Ладно, посмотрим, что за дверью. О, теперь я могу быстрее сюда дойти. Может быть, это успех. Вроде где-то должна быть хилка быть. Ой, колбасило меня. Так, вроде как да. Это короткий путь получается. Так все и плохо. На уровне все равно не хватает. Я думаю, надо. Пора чинить. Чинить все. Чинить, чинить, чинить. Всякий случай. Так. Демоническое копье, динамический динамит. Бла-бла-бла-бла-бла. Зуб дракона. Зуб дракона — это оружие. 40 силы. Ха-ха. 40 сил для того. Ага, я понял, что это та большая херота, которая нас бил тот чувак. Это называется зуб дракона. Охренеть. Успею ли я? Не успел. Вот. Не успел остановиться. Сейчас еще одного, и у меня будет уровень. Вот и еще один. Я ж почти убил, да. Я всего лишь попал ему опять по щиту, а вот он мне по щиту не попал. Может быть, потому что у меня щит маленький. Наверное, из-за этого. Хорошо, что вот-вот все близко. Вот только что восстановил все. Пошел и умер. Убивал этих чуваков, убивал, а в итоге умер от этой херни. Одной. Ну да. Делает несколько ударов подряд. Собственно, вот он, левелап. Просто что мне качнуть силу, наверное. Или, может быть, пришло время качать здоровье. Нет, я качну ловкость. Качайте ловкость. Вот, 50-м качну здоровье. Что это за колечки? По идее, это колечки от этого. Тра-та-та. Чтобы ставить метки, что ли?
Оп. Оп. Успел. Что ж, остается только идти вперед. Узнать, что там. Где надписи. Нужна человечность. А, их тут двое. Вот говно. Опять я по счету попал. Да вот бесит, я ему по счету попадаю. Нужна человечность. Напрягает то, что везде написано, что нужна человечность. Это может значить две вещи. Либо там что-то лутается только на человека, либо все так ссутся того, что впереди, что не хотят идти туда соло. Поэтому пишут, нужна человечность, чтобы был союзник. Дальний бой. То, что там дальний бой, мне не очень нравится. Там жрец, что ли? Не похоже. Вроде большой мудак. Может быть, конечно, его дальним боем просто легко убить. Так, а что у нас тут? А, ну вот туман. Ну, типа просто... Угу. А что у нас здесь? Я, конечно, могу спуститься, посмотреть там, но я чувствую, что потом бежать далеко. Возможно, мне сначала надо открыть вот там внизу дверь какую-нибудь. Поэтому я... Так, что это было? Да вы издеваетесь. Сколько тут путей? Сколько тут есть? Что тут? Хрень какая-то там снизу. Пойду посмотрю. Это похоже на стук молота. Конковальный может... Может быть, это кузнец? Это ж кузнец. Кто ты? Ковать тебе оружие? Да ладно. Серьезно. Кузнец. Я могу сделать яйца молнии. Но... Что-то я пока не хочу. Что, он может мне что-нибудь усилить? Понятно. Броня понятна. Купите предметы. Что он может мне предложить? Титанит. Мерцающий титанит. Отлично, я могу... качать что-нибудь смесающее тяны, потому что я могу покупать великанская алебарда. Серьезно? Великанский щит. Лунная стрела. Стрела драгоноборца. Да вы что, охренели? И шлем великана, и доспехи. Что-то он все для великанов продает. Буду знать. Я еще не знаю, куда я хочу улучшить свой меч. Берегись радости. Радости беречь. Бегать. Ой, А, как же постановить слово. Надо берегаться, сберегаться, берегаться, сторожиться. Не знаю, где мне присклонять. Остерегаться. Не надо остерегаться. Вот. Радости. Так, ладно. Тут, как обычно, несколько. Оп. Лубич. В общем, тут все рядом. Мне это нравится. Потому что, ну, умирать, бежать недалеко. Это прикольно. На самом деле, оп. Обломок титанита. Все равно приятно. На этом, я думаю, серию закончу. Она очень длинная. Даже там не одна, наверное, серия получилась. Спасибо тем, кто меня смотрел. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.